На, но не сдалось. А, это так резко будет завершение, что... А что с ней делать-то, блядь? Ой, ладно. Психоделика, ла-ла-ла-лейлика, бабах. Ай, все равно попала, зараза. Так, шоковый прерыватель. Давай щадить будем, да? Охереть! Я с мечом и не понял. Ага. Я все равно попала, ну. Все, чего ты достиг, все воспоминания. И я обращу их обратно в ноль. Дурак. Зря готовит звездопад. Тогда мы сможем повторить все с самого начала. Ну давай свой гребаный звездопад, так падла. Ага. Ой, что готовит-то? И знаешь, что самое лучшее во всем этом? Ты сделаешь это. Ты сделаешь это. О! What the fuck? Ты чё, еба? Издеваешься совсем, блядь? Вы совсем, что ли, долбай? Нихера себе. Последняя мечта. Что за последняя мечта? Я вообще сейчас... серьезно? Как там можно было увернуться, в принципе? А затем ты проиграешь мне снова. Да, блядь. Ускоритель хаоса, что это? И снова. Это нереально. Отвечаю. Опять шоковый прерыватель. И снова. Блять. Сука, да это нереально. Галактикопад. Ваши вещи наполнены мечтами. Потому что ты хочешь счастливую концовку. Так, блин, что делать? А, это звездопады, блин. Сами. Блядь, я ничего не вижу. Бля, задело. Сучка. Тесак хаоса. А, потому что ты любишь своих друзей. Так, как понять? Не, это будет нереально. Ладно. Я так понимаю, 10 тысяч раз надо убить просто. То есть... Хер ли ты? Так, уже поменяла тактику. Что за херня? Галактикопад. Блять. Нихера себе урон уменьшен на 3 сразу херачит. Какой там нахер урон уменьшен? Да, блять, там нереально увернуться. Бластер хаоса, это херня. Вообще нереально.
Потому что никто никогда не... А, потому что ты никогда не сдаешься. Да это заебись. Фу. Вы держите за свою надежду, вы снижаете урон, получаемый на этом ходу. Окей. Давай свой звездопад гребаный или чё? Да, блять, сука, уже задела, тварь. Кто ты вообще такое? Да, блять, два раза задела. Вызывает тесак хаоса. Блин, не люблю тесак хаоса этот гребаный. Непонятно, когда, куда она будет бить. И все равно задела. Два раза задела. Три. Ай, блядь. Ладно. Чё-то я не понял, как ее бить, ну то ладно. Вот этот бластер вообще херня какая-то. Там нереально просто от него и вернуться. Шоковый прерыватель. Так, разве это не восхитительно? Твоя решимость, сила, что позволила тебе зайти так далеко. Она станет твоей гибелью. Почему она меня... Кто это вообще? Азриэль, Ториэль, Азриэль. Это сестра ее, что ли? Стиратель. Что за стиратель еще? Я продолжаю надеяться, урон уменьшен. А теперь хватит дурачиться. Но пришло время очистить эту временную линию раз и навсегда. Временную. Ой. О-хо-хо-хо. Че это? А ко мне-то что делать, блядь? Даже после этой атаки ты все еще стоишь у меня на пути. Вау, ты действительно особенный. Но не зазнавайся. До сих пор я использовал лишь часть моей настоящей силы. Посмотрим, как хорошо твоя решимость справиться с этим. Че, жирной стала, что ли? Так а это она или он? Или это трансвестит, может быть, я хер того знает. Да вы че? Че бороться-то? Мне действие нужно. Я хочу похилиться, у меня один хп, а вы чё? А чё я не могу ее это, пощадить, ничего? Ладно. Тело не движется. Да, действительно не движется, прикинь. Узри мою настоящую силу. Я даже не понял, что случилось, если честно. О, у меня уже хпшка восстановлена, окей. Я чувствую, как с каждой смертью твоя связь с этим миром ослабевает. С каждой смертью твои друзья забывают о тебе все больше. Твоя жизнь закончится здесь, в мире, где никто тебя не помнит. Как это увернуться-то? Я вообще не понимаю, куда они летят. Вы серьезно сейчас, блядь? Наступает конец света. Действительно. Но ты еще держишься. Ничего, совсем скоро ты... тоже все забудешь. Такой настрой хорошо послужит тебе в твоей следующей жизни. Честно, вообще не пойму, как от этого увернуться. Вообще ноль полный. Оно летит как бы вот так, но потом оно заворачивает вот так, а потом, когда первая атака проходит, вторая уже на пути. Ты не успеваешь ни туда, ни сюда. Еще жив. Давай. Покажи, как хороша твоя решимость теперь. Я вообще, там нереально просто увернуться, просто нереально. Ладно, давай заново. Не пошевелиться, ничего не произошло. Вы боретесь, ничего не произошло. Вы пытаетесь добраться до сохранения, ничего не произошло. Вы снова пытаетесь добраться до сохранения, ничего не произошло. Похоже, сохранить игру действительно невозможно. Ну, может, с той малой силой, что есть у вас, вы можете сохранить что-то другое? Что сохранить? Undyne Papyrus Story. В смысле?
так сейчас не понял вообще ни разу. Давай, Ториэль. Вы воззвали к душе Азриэля и откликнули своих друзей. Они где-то внутри, ведь так? В глубине души Азриэля что-то отозвалось. А, потерянные души появились. Это ради твоего блага, прости меня за это. Что за хуйня здесь происходит? Здесь стоит такая потерянная душа. Никто не уйдет снова, это мой долг. Блять, что делать? Не понял вообще ни разу. Потерянные души. Вы отказываетесь сражаться с потерянной душой. Что-то из этого так знакомо ей. Хер ли они меня атакуют? Здесь стоят потерянные души. Я сейчас вообще не понял вообще, что это вообще, в принципе, что это. Что, почему я здесь? Все должны идти, чтобы освободить всех. Ты о чем-то напомнил. Здесь стоят потерянные души. Говорите, что собираетесь увидеть ее снова. Внезапно воспоминания возвращаются. Во! Твоя судьба зависит только от тебя. Ты наше будущее. Окей, двоих что-то я освободил. Вы чувствуете слабые колебания внутри Азриэля. Так, спасен, спасена. Так, Андайн, давай. В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Блин, что за херня еще? А, так, потерянная душа появилась. Действие. А, зеленый, подожди, зеленый. Что зеленый? Я не помню, что такое зеленый. А, бляха, забыл. Не помню. Потерянная душа. Ударить, рецепт, ударить, улыбнуться. В смысле, рецепт. Вы попросили потерянную душу научить вас готовить. Она не знает почему, но ей хочется научить вас. А все лички должны сдохнуть. Ай. А че я не помню, что такое зеленый? Здесь стоит потерянная душа. Так, хорошо. Ударить, ударить нельзя. Ударить, улыбнуться. Вы широко улыбаетесь душе, что, как вы помните, она любит делать. Почему-то ей немного хочется улыбнуться в ответ. Ты настоящий враг. Настоящий враг. А, интересно. Так, здесь стоит... Так, а что мне делать? Подожди. Еще улыбнуться, выше улыбайтесь в душе, что, как вы понимаете... Так, а подожди. Внезапно воспоминания возвращаются. О! Ну что ж, думаю, некоторые люди ничего такие. Так, еще одну спасли, окей. Фуф, так, Папирус, иди сюда. В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Сука, я уже больше часа почти записываю эту серию. Ой, тут двое. Потерянные души появились. Тут Санс у нас синий. Синий — это не двигаться. Потерянная душа. Так, это кто? Папирус, да? Шутка, головоломка, оскорбление, рецепт. Рецепт. А вы просите потерянную душу что-нибудь приготовить. Он будет мне макарошки готовить. Тоже старается не показывать свою радость. Я должен помочь человека. Просто сдайся, как я. А, это прыжульки. Я забыл. Это же прыжульки у нас здесь. Так, давай с Сансом будем. Ой, с этим, с Папирусом. Головоломка. Вы просите потерянную душу помочь с головоломкой. Он хочет помочь вам, сам не зная почему. Тогда все будут. Зачем пробовать? Ай! Так, здесь стоят потерянные души. Давай рецепт. Попросите потерять душу, что не придет. Душа старается не показывать свою радость. Блин. Ты их никогда не увидишь. Никогда не увидишь снова. Оп. 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 Оу. Окей. Так, шутка. Вы рассказали потерянной душе неудачную шутку про скелетов.
а внезапно их воспоминания возвращаются. Видя, как мило вы вели себя с его братом, другая душа тоже вспоминает. Нет, стой! Ты мой друг. Я бы никогда тебя не схватил. Не, я за тебя, малой. Ха. Окей, еще два есть. А, как же это пипец. Альфис осталась. А, в глубине души озрели. Ага, давай, Альфис. А потерянная душа появилась. Действие. Так, это стрелять надо будет. Воодушевить, звонок, викторина, умничать. Ой, подожди, звонок, скорее всего, да? Вы звоните душе по телефону. Она начинает потеть. Она не знает почему, но это все кажется ей очень знакомо. Но она же по телефону меня постоянно там. Ты ненавидишь меня, да? Я бы такой не стрелять вообще ни во что. На всякий случай. Так, здесь стоит потерянная душа. Давай звонок, вы звоните душе по телефону. Она начинает потеть. Она не знает почему, но это все кажется ей очень сильно знакомым. Буду лгать и дальше. Как тут, я не помню. Ну, нормально, меня расстреляли. Здесь стоит потерянная душа. Викторина. А вы просите душу помочь вам с викториной. Внезапно воспоминания возвращаются. Оба! А, нет, это не так. Я нравлюсь своим друзьям, а ты не нравишься мне. А ты нравишься мне? Ха, окей. Ладно, так и чё? Вы чувствуете, как души ваших друзей бьются внутри Азриэля. Кто-то еще. Несмотря на то, что ваши друзья вас вспомнили, что-то еще стало колебаться внутри души сильнее и сильнее. Похоже, там остался еще кто-то, кого нужно спасти. А кто там у нас? Лодочник, что ли? Подожди, а кто там еще был такой? Ни хер того знает. Но кто это? Внезапно вы понимаете. Вы тянетесь и выкрикиваете его имя. А? Что ты делаешь? Так, маленький пацик нашел, типа меня, я так понимаю, да, или что? Это же вот тот пацан, подожди, которого... Ой, была же история, что когда там что-то кто-то кого... А, что сюда упал ребенок, они его заботились, он заболел, потом он умер, пошел, короче, это его душа, скорее всего, у него бьется там, да, этого пацана, который помер, и он отнес его в мир людей, чтобы похоронить, они его типа там отпиздили за это. Азриэль Дримур, это он, да? Или нет? Подожди. Что ты сделал? Что это за чувство? Что случилось со мной? Нет, нет, мне никто не нужен. Вот ты ебанутый. Прекрати и отстань от меня. Ты меня слышишь? Я порву тебя на части. Ага, снаружи кот. Ты знаешь, зачем я делаю это? Зачем я продолжаю драться, не давая тебе уйти? Хизе. Я делаю это, потому что ты особенный снаружи кот. Только ты понимаешь меня. Только с тобой все еще весело играть. Не только поэтому. Я делаю это потому, что я забочусь о тебе, снаружи кот. Я забочусь о тебе сильнее, чем кто-либо еще. Ой, блядь. Я не хочу, чтобы это кончалось. Я не готов потерять тебя. Я не готов опять прощаться с кем-то вроде тебя. Поэтому прошу, перестань сопротивляться и просто дай мне победить.
Прекрати! Прекрати сейчас же! У меня бесконечная хилка, чувак, так что ты... Бляха! Озрели Дримур, нихера себе у меня сколько жизней! Ты чё, всё уже иссяк, не? Снаружи кот. Мне так одиноко снаружи, кот. Мне так страшно снаружи, кот. Снаружи, кот, я... Да говори уже нормально. Мне... Мне так жаль. Он мелкий. Или... Я всегда был плаксой, так ведь, снаружи кот? Так, подожди, чего? Ты кто вообще? Я знаю. На самом деле ты не снаружи кот, да? Снаружи кот уже давно не с нами. Чего? Так, как тебя зовут? Фриск? Это красивое имя. Фриск. Я не чувствовал ничего подобного уже давно. Так, как цветок, я был лишен души. Я потерял возможность любить. Однако из-за всех душ внутри меня ко мне вернулось не только мое сострадание. Теперь я чувствую, что ощущают и другие монстры. Они так сильно заботятся друг о друге. И они заботятся и о тебе тоже, Фриск. Жаль, я не могу описать, что все чувствуют к тебе. Папирус, Санс, Андайн, Альфис, Ториэль. Монстры странные, несмотря на то, что они едва знакомы с тобой. Похоже, они тебя действительно любят. Ха-ха-ха. Фриск, я пойму, если ты не простишь меня. Я пойму твою ненависть ко мне. Я провел себя так равнодушно и ужасно. Я причинил тебе боль. Я стольким причинил боль. Друзьям, семье, случайным прохожим. У меня нет прощения за мои поступки. На всякий случай. Что? Ну уже, Фриск. Я же сейчас опять расплачусь. Кроме того, даже если ты простишь меня, я не могу удерживать все эти души внутри меня. Наименьшее, что я могу сделать, это вернуть их. Но сначала есть кое-что, что я должен сделать. Прямо сейчас. Я чувствую, как все сердца бьются в унисон. И все они горят одним и тем же желанием. С их силами, с их решимостью. Настало время, когда монстры наконец-то освободятся. Так, ты опять злюка, что ли? Встаешь. Нифига себе, конечно, замес. Вот эта боевка, конечно, была прикольная. А барьер был уничтожен. Фриск, а мне надо идти. Без силы всех этих душ я не смогу поддерживать эту форму. Совсем скоро я превращусь обратно в цветок. Я перестану быть собой. Я перестану чувствовать любовь. Так что, Фриск, будет лучше, если ты просто забудешь обо мне, хорошо? Просто будь с теми, кто любит тебя. Обнимашки! Обнимашки! Обнимашки всем помогают. Прикинь, даже душевно больным. Я не хочу отпускать. Фриск, у тебя все получится. Не важно, что ты будешь делать,
все будут поддерживать тебя. Как? Что ж, мое время подходит к концу. Прощай. Короче, ребятки, серию поделю на две части. Если где-то посреди этого она, ну, закончится, не пугайтесь. Кстати, Фриск, позаботься о маме с папой ради меня, хорошо? Или это их малец? Бляха. Так кто? Фриск. Все это лишь дурной сон. Пожалуйста, проснись. Так. Фриск. Какой Фриск? Алло. Ох, ты проснулся, слава богу. Мы так переживали. Кажется, будто ты был в отключке вечность. Ага, еще немного, я бы сошла с ума. В следующий раз предупреждай, когда решишь прилечь, окей? О да, ты заставил Папируса рыдать как ребенок. Что? Я не рыдал, и я не рыдаю. Мне просто что-то в глаз попало. И что же это? Слезы. Слезы. Тише, тише. Главное, что Фриск в порядке. Вот, Фриск. Не выпьешь ли чаю? Чу, Фриск. Тебе станет намного легче. Может, сначала пусть придет в себя? Должно быть, он устал. Правда? Правда, не уверена от чего? Фриск, мы не помним, что именно произошло. Здесь был цветок, а затем все стало белым. Но барьера больше нет. Когда ты будешь готов, мы все вернемся на поверхность. Видимо, восточная дверь теперь ведет туда. А она прежде? Возможно, ты захочешь прогуляться. Ты можешь попрощаться с каждым из своих чудесных друзей. Делай, что пожелаешь, мы все будем ждать тебя здесь. Так, что-то тут глюки какие-то начались, все лагает, все багает. Так, и что, я типа прошел игру или что? Так, а с какими из друзей ты хочешь попрощаться? Я же с вами рядом здесь стою. Или чего? Ну, серию придется по-любому делить как-то. Потому что я час уже 09 записываю. Почему, значит, если ты уйдешь сейчас, то твое приключение действительно будет окончено. Твои друзья проследуют за тобой к выходу из подземелья. Подожди, не уходить. Еще подожди секундочку. Возможно, даже придется на 3 серии делить. Подожди. 25, 22, бляха-муха, на 3 серии придется делить. Это пиздец. Ладно, говорим. Привет, Фриск. Альфис улучшила мой телефон. Я сейчас развлекаюсь с функцией чата. Санс, зацени-ка это. Блин, Тори. Это жестко. Не могу поверить, что королева вернулась. И в то, что она такая дурашка. А вы двое находитесь в метре друг от друга. Зачем вы чатитесь? Действительно. Не волнуйся, Папирус, мы чатимся по уважительной причине. Это по какой? Ну, просто мы дурашки. Санс, прошу, не говори так. Ты не дурашка. Скорее, ты черепашка. Ха-ха-ха, вау, эти шутки звучат даже хуже, когда их произносит она. Тогда почему ты улыбаешься? Это улыбка сочувствия. Так, Сансик. Фриск, Тори рассказывала мне, как испекла для тебя ирисковый пирог. О, надо будет как-нибудь испечь его и для всех. О, это звучит действительно хорошо. Готовка? Могу я помочь? Погоди секунду. А можно я тоже помогу? Конечно, вместе будет веселее готовить. Хотя, если подумать, может, я закажу пиццу? У кого ты ее закажешь? Так, ладно. Итак, Асгор, можешь сделать меня членом королевской стражи? Ну, Папирус, теперь, когда война окончена, нам больше не нужна королевская стража. Земля,
Что? Тогда чем человек все это время занимался? Он прошел весь этот путь, а я все еще не член королевской стражи. По правде, это худшая возможная концовка. Так, Анданька. Что ж, Альфис, чем ты собираешься заняться, раз мы все наконец свободны? Теперь у нас есть целый мир для исследований. Ну, разумеется, я выйду на улицу и... Нет, я буду честной. Я останусь здесь и буду смотреть аниме, как последняя неудачница. А вот это настрой! Все, празднуем то, что мы неудачники. Хе, а Папирус прав. Ну, мое поражение человека — это лучшее, что когда-либо со мной случалось. Я рада, что мы... Что такое, Асгор? А что такое? Аниме. А что такое аниме? Боже мой! Фриск, пожалуйста, помоги объяснить Асгору, что такое аниме. Видите ли, это то, что вроде мультфильма, но... С мечами... С пушками. Они... А я хрен его знает, я аниме не смотрю, с мечами, с пушками. Вроде с мечами там или чё? Ну, с мечами. Это как мультик, но с мечами? Божечки, звучит любопытно. Ха-ха, где оно? Где я могу посмотреть аниме? Погодите, думаю, у меня есть в телефоне. Вот, гляньте. Ой, это не то. Неважно. Там голые фотки, что ли, наверное, в душе или что? Божечки, эти два робота, что... Целовались? Да уж, до чего технология дошла, не так ли? А, действительно. А, ну почти. Ладно. Пс, Фриск. Скажи мне, как думаешь, Асгор и Туарель когда-нибудь вновь сойдутся? Да. Да, да. И я на это тоже надеюсь. Только представь, как мило бы они смотрелись вместе. Они быстро станут моим шиппингом номер один на все времена. Тори и Гори. Мой бывший начальник и его бывшая жена. Внезапно это звучит не так. Не так уж и круто. Так, хорошо, получается, это значит, получается, они... Асгор и Ториэль были вместе. Ну смотри, ну Асгор на это вообще. Как делишки, Фриск? Прости, что почти попытался забрать твою душу. Я очень плохо себя чувствую из-за этого. Надеюсь, мы сможем остаться друзьями. Эй, не переживай из-за этого, Асгор. По-моему, каждый пытался убить человека, по крайней мере, хоть раз. О, понятно. В таком случае, мне не жаль, Фриск. Асгор, я не это имела в виду. Так, и... А что все теперь? Фриск, я только понял. Поскольку мы больше не сражаемся друг с другом, я, наконец, могу у тебя спросить. Не желаешь ли чашечку чая? Ха, нормально. Не желаешь ли чашечку чая? Да. Ох, что ж. Видишь ли, та чашка чая уже остыла. Так что тебе не следует его пить. Но я был очень рад услышать «да». И как только у меня будет возможность, я тебе его обязательно сделаю. И потом мы станем хорошими друзьями. Окей. А что тут, можно еще или с ними... Фриск, не расстраивайся. Я отправляла сообщение тебе. У тебя же еще остался мой номер телефона, ну да. Ведь так? Да. Фриск, почему бы тебе не прогуляться, пока мы не ушли? Увидев, сколько твоих друзей собралось здесь, я просто уверена, что на самом деле их у тебя гораздо больше. В смысле, подожди. Гораздо больше, а где еще? Ладно, пошли сюда, в эту сторону. А кто еще там у меня вдруг она? Так, а ну подожди, сейчас сходим направо. Бляха, на 3 серии придется делить. Раз, даже на 4, что ли, ёпта. Вот это я дуринда. Взял, короче, захерачил на 1.5 часа. На 1.5 часа подряд запись, ты представляешь? Гроб пуст. Вы не заметили сразу, но тут на дне
Что-то вроде бинтов для мумии. Там открытые группки, ну ладно. Блин, ты тебя тупанул. Я не думал, что так получится. Потому что сохраняшек очень мало здесь было. И пришлось делать, короче, так. Надо было хотя бы одну серию остановить. Ладно. Там, где я остановился, что я сказал, сейчас вернусь, там... Не знаю, ну, короче, ладно. Забью в одну, а потом буду делить. По 25 минут буду делить. Наверное, скорее всего так. Потому что я уже записываю часть 20, получается. По 25 минут как раз будет нормально. А кто, где, что еще? Я тут куда щемать-то должен? Да, дверь открылась теперь. И чё, и куда? Подожди, к кому я сейчас еду? А вы серьезно сейчас или что? То есть мне нужно прям в самое начало вернуться или что? Охерели? Я вообще не понял. Ну вот эти что ли? Ребята уже в пути на поверхность. Думаю, я догоню вас позже. Ну, давай к этим сходим. Двум. Мы все время, когда вы сказали, что сегодняшнее человечество. Так, это. Это вроде было или нет? Так что мы типа вообще теперь свободны, а? Да, типа вообще свободны, типа крутяк, да, типа круто, типа тысячелетия, значения наконец закончились, типа это довольно клево, наверное. Да. Ну я хер того знает, может быть я зря это пошел, сейчас время потратил только. Ой, блин. О ком она еще говорила-то, сколько друзей? Это не друзья, это какие-то просто второстепенные персонажи. Подожди, а тут у нас что? Ага. Нас нанял Метатон, чтобы уничтожить тебя. Но так как он никому из нас не заплатил, мы решили бросить эту затею. Без обид. А это тут на меня нападали, я ж сюда не ходил, кстати. На меня вот тут нападали. Я сюда даже и не пошел тогда. А это чё? Ага. Она дремает. Ну, пускай дремает, окей. Не будем шевелить. Так, подожди, а вот тут... Вот тут такое как будто бы был, нет? Чего длинный коридор? Ага. Ага. То есть вернулся я сюда опять. Окей, привет. Ядро состоит из сменных комнат. Перед твоим приходом их расположение изменили, чтобы тебе было сложнее выбраться. Да, это сделали за тебя, но не задирай нос. Окей. Я не помню, куда теперь мне идти. Ну что, давайте, наверное, будем выходить или чё? Потому что... уже и так придется серию на 4, вот эту, которую я записываю, одну. Придется на 4 штуки херачить. Скорее всего, блин. Это мне на часов 15, блин, рендера. Ну ладно. Так, ну поехали, ладно. Может быть сейчас выйдем уже. Посмотрим, что там за концовка. Ай, опять нужно петлярить, хрен знает куда. Ну, в общем, так, я так и не понял, что это за чувак был, если честно, вот этот мелкий. Это цветок этот, что ли, был? Только в него душа слилась нормально или что? Я его типа спас или что? Ну, он неадекватный все равно. Хрен его знает. Я что-то запутался прям уже совсем.
Так. Извиняй, у меня нет времени на разговоры, Фиск. Сейчас я должен работать. А, ну ты не работаешь. Знаю, я очень сосредоточен на этом. Хе. А, видимо, ты реально запорол свое задание, Фриск. Но я, Великий Папирус, всегда буду твоим другом. Неважно, как сильно ты пытаешься от него избавиться. Эй, это правда. Я не знаю. Эй, Альфис, Альфис, как насчет посмотреть что-нибудь с драками? Ну, а потом что-нибудь с принцессами. Или с дерущимися принцессами. Я постараюсь найти что-то в этом духе, Андайн. Ура! Хотя я, возможно, не буду писать фанфики про существующих лиц. Я имею в виду, разве настоящая жизнь это не лучший в мире фанфик? О, не говори никому, что мне это сказала. А потому что я собираюсь запостить это в сеть. О, Фриск, если ты ничем не занят, в такие хорошие дни стоит гулять и приятно проводить время. Это важно. Ну блин, мне уже в принципе тут нечего делать. Я поэтому уже не буду ходить по всему подземелью, которое я прошел, к этим всем ребятам. Кто-то может что-то где-то появилось, может кто-то где-то что-то сказал. В общем, пойдем в конец и посмотрим. Если ты уйдешь сейчас, то твое приключение действительно будет окончено. Твои друзья последуют за тобой к выходу из подземелья. Да, уйти. О боже. Разве тут не прекрасно, народ? Ух ты, это даже лучше, чем по телеку. Да, много лучше, лучше, чем я могла представить. Фриск, и ты живешь в таком, такой красоте? Солнечные лучи такие приятные, а воздух такой свежий. Я чувствую себя такой живой. Эй, Санс, что это за гигантский шар? А, мы называем это солнце, дружище. А, так это солнце? Ваушки! Не могу поверить, что я наконец встретил солнце. Я мог бы стоять и любоваться им часами. Да, оно красиво, не так ли? Но нам действительно стоит подумать о том, что делать дальше. Ах, конечно. Народ. Это начало нового светлого будущего. Эра мира между людьми и монстрами. Фриск, я должен кое о чем тебя спросить. Ты будешь нашим послом у людей? Быть послом? Давай. Да, Фриск будет лучшим послом. Главное не ослом. А я, Великий Папирус, буду лучшим талисманом. Пойду, произведу хорошее первое впечатление. Ушатал. Что? Кому-то нужно за ним приглядывать, чтобы он не попал в передрягу. Увидимся. Да ты не туда пошел, он же свалил направо, ты куда пошел? Блин, а мне что-то нужно все сделать? Блин, мне что, нужно все делать самой? Папирус, постой! Так. Эй, Андайн, меня подожди. Все свалили. Так. Упс. А мне нужно что-то делать? Что ж, тогда я пошел. Так, и... Кажется, всем уже не терпится спуститься с горы. Фриск, ты пришел из этого мира, верно? И у тебя, наверное, есть куда вернуться, или нет? А что ты теперь будешь делать? Я хочу остаться с тобой, мне есть куда вернуться. Ой. Да я ж хизе. Что? Фриск, ты на самом деле забавный, дитя. Если бы ты сказал это раньше, ничего этого бы не произошло. Это замечательно, что тебе понадобилось время, чтобы передумать. Что же, я полагаю... Если тебе действительно больше некуда идти, я сделаю все возможное, чтобы заботиться о тебе, сколько будет нужно. Хорошо? А теперь пойдем.
Нас уже заждались. В ролях! А, что в ролях? Оу! Еее, Фрогит by Тобби, Уинсон by Тобби, лягушка-профессионал, все еще чувствую себя немного виноватым. Мини-жел by Тобби, все by Тэмми, реабилитировавшийся хулиган на подтанцовке. Вегетоид, известный диетолог, просто наслаждается жизнью, негосп. Напстаблук, все таки рыдает, да? Пугающий диджей. By Тобби Фокс. Опа, Папирус, by Тобби и Тэмми. И Тэмми. Опа, Санс. Санс, а ты на чем? Ни хрена себе ты. Уху! Особое вдохновление. А, это он не подпрыгнул, я думал, он подпрыгнул. Эту точку, смотри, у себя какую уже выцепил. Нормально, скелеты ходят по живому миру. Сноу Дрейк, Ледошляп. Это все противники, да? Почти успешный комик думает о своей шляпе. Все равно. Дого Гифро. Вот этот Дого, сука! Ищет покоя и тишины. Нашел себе собаку-поводыря. Догами Догареса. Наконец-то золото на ласковом носу. Так, малый пес и большой пес. А, малый пес вот этот ищет любви. Взволнован изменениями в жизни. Собаки! Вот этот, который тяф-тяф! Так, броня Альфис. Чмок. Минус 99 тысяч жизней сразу. Так, хорошо, эти сошлись. Аарон. Мегажел. Все еще играет мышцами. Видно, живет на пляже. Вошуа и Тэмми. А легендарный уборщик. Тэмми, просто Тэмми. А безумный манекен Смурена. А, успокоился совсем немного. Снова учится играть на фортепиано! Оба! Мегатон. Ой, метатон, мегатон. Метатон все-таки, блин, устроился. Особое вдохновление. Все-таки устроился, короче, на большую сцену. Красавчик. Главное, чтобы батарейка не села. Вулкин. Цундереплан. Цундереплан. А, подбадривающий обогреватель. Новенькая в школе. Пайроп. Маффит. А, это их роли в жизни, что ли? Свеча в самом большом в мире торте на день рождения. Открыла новую успешную паучью пекарню. Королевская стража. Включите фантазию. Финальный Фрогит. Вимсалот. Придает жизни свой собственный смысл. Долгая битва подходит к концу. Астигматизм. Продавец очков вне конкуренции. Мэджик, рыцарь-сныцарь. Мэджик. Уличный маг, а ну конечно, работает продавцом. Амальгамы. Живут со своими семьями. Ну, короче, всех все зафигит. Оу, здорово, с гор, здорово. А, монстрёнок, на нахер, как всегда падает. Асгор, смотри, какой рубашки, вообще четкий пацан. Я же тебе говорю, он вообще, что, Ториэль тоже тут. Школа? Они в школу открыли, что ли? Это, блин, это Асгор вообще. Как он вообще главный босс, если он такой милый и прикольный? Так, и что теперь? Гора нормальная стала или нет? Конец. Блядь, не конец. Опять ты? Ха-ха-ха-ха. Хорош. Ты действительно думаешь, что это все? Да блядь. Ну, мы ведь так и не выразили особые благодарности. Ну что, давай покончим с этим. Особые благодарности. Воу-воу-воу-воу-воу, благодарности, успокойтесь, пожалуйста, я уже все как бы. Три штуки, что три штуки? Благодарности атакуют! Благодарности, успокойтесь. Блёха!
А! В смысле? Тут надо благодарности кому-нибудь это, так я не успеваю. Они очень быстрые благодарности. Кому там благодарность еще нужно? На-на-на-на-на-на-на, всем благодарности, всем благодарности, всем-всем-всем-всем-всем. Блять, по левому краю пошел, давай пойдем на правый край. Всем по благодарочке, пацаны, игрушка клевая. Ю-ю-ю, всем-всем-всем по благодарочке. Ну, извините, что не всем, потому что мне не дают всем дать. Тон-т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 он
Чё за прикол? А что делать? Это так и должно быть. А может, там не надо было уворачиваться? Да, что это за штука? Это так и надо. Смотри, всю закрасил желтым. О, опять атака. Атака этих. Вот так стоим просто. И они будут сами себя... А, не, нужно двигаться немножко. А то они сами себя закрасить не могут. А что за три бесконечности? А что за... Это кто это? Там же разработчик всего-то один. Бляха, а что происходит-то? Сколько это будет длиться-то? Я думал, благодарности меня будут атаковать, нужно уворачиваться. Тронутые титры. Пам-пам-пам. Спасибо друзьям и семье за поддержку. Undertale Team, сердечко благодарит тебя, игрок. И без тебя это все было бы невозможно. Доброй ночи. Ой, у меня как бы день еще на этом... На дворе. О! И рисковый пирог. Чего на пол? Стола нету. Нужно стол купить. Конец. Да я так и понял, конец или не конец. Тут конец полчаса. На 5 серий поделю. Ну? Давай уже заканчивайся, я не знаю. Че, нажать может что? Ничего не работает. Или мне нужно просто нажать выйти? Что делать-то, подожди. А не работает все. А, вон собачка выбежала. Это гребаная скотина, которая здоровая была. Которая тяф-тяфала. И? И? Ну, ты чё? Так что конец? Где конец? Как? А как мне теперь заново начать или что? Что за прикол? Как мне теперь заново начать? Типа как говорили, что после прохождения типа надо заново начать, правильно же? Прохождение только уже на геноциде, и как-то вроде она сохраняет, игрушка сохраняет предыдущие события. Так а как мне выйти-то? Алло, конец. Чтобы я случайно ничего не нажал, и у меня серия не запоролась. Ну, я, короче, не знаю. Наверное, это конец. А дальше я не знаю, как работать. Ну, значит, тогда я прошел игрушку на мирном режиме, ребятки, вроде как. Но это было очень жестко. Я... О, все. Пошел нафиг спать. Я так немножко не понял, если что, напишите мне в комментариях, как там, что было. Я так, что-то, сколько всех событий, и то, и это, и то, я ничего не могу все сложить в себя в голове, как это все работает, и что это вообще было. Почему я Фриском стал, и все дела. Игрушка довольно-таки прикольная, как сказать, головоломок тут так
принципе, и нету. Ну, довольно так интересно сделали саму механику вот эту, что боевки. Нужно каждому свой подход, всякие вот эти приколюшки. Персонажи довольно-таки интересные здесь есть, и прикольные, и смешные, и злые, и хорошие, и недобрые, и такие средние, веселые. Ну, в общем, классно, игрушка классная. А, не знаю насчет того, как в следующий раз, следующее прохождение, где нужно всех убивать, я, может, сразу, а может быть, не сразу, не знаю. Пока что как, но как мне это скипнуть и как мне начать заново-то? Там же будет загрузка дальше, если я сейчас выйду, зайду и будет же загрузка, и что мне? Короче, я не понял. Ладно, в общем, тогда закончим с этим пока что. Комментарии, блин, конечно, ну ладно. Ну, не работает, не выходит в главное меню. Конец, сказали, и пипец. Все, короче, ребятушки, давайте на этом закончим. Серию, которая будет разбита, скорее всего, то ли на 5, то ли на 6 частей. Не знаю, потому что полтора часа, почти 2 часа записываю одну и ту же серию. В общем, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте, и всем до встречи. Может быть, в следующей серии, а может быть, в следующей игре. Не знаю, короче, как еще время будет, подумай. В общем, все, всем пока.